Здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня в студии для вас работает Ирина Чекунова. А эксперты нашей сегодняшней программы очень интересные люди. Итак, представляю. Протоиерей Роман Манилов, директор фонда Екатерины Бакуниной, председатель отдела культуры Тверской епархии, член общественной палаты города Твери. Отец Роман, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. И Сергей Владленович Глушков, преподаватель Тверского государственного университета, кандидат филологических наук, доцент, член Союза журналистов России, почетный работник культуры и искусства Тверской области. Сергей Владленович, все назвала вроде, да? Да. Уважаемые друзья, рада вас приветствовать. Повод у нас очень интересный. Для многих, вообще многие очень люди задают вопрос, когда говоришь, ну какая связь? Лев Толстой и Тверская губерния. А при чем здесь Лев Толстой сразу, да? Люди спрашивают. Вот сегодня мы с вами узнаем, уважаемые телезрители и радиослушатели, при чем здесь Лев Толстой. 19 мая в городе Кимры открылась выставка «Лев Толстой и Тверской край. От севастопольских бастионов до дворянских усадеб на Тверской земле». Выставка посвящена 140-летию со времени приезда писателя на Тверскую землю. Итак, давайте, чтобы люди у нас не отчитывали, 140 лет назад, 2021 минус 140, сколько это будет, два в уме. В каком году это было, при каких обстоятельствах? Как мне известно, в эти годы, вот в тот год, когда Лев Толстой посетил нашу Тверскую землю, его семья перебралась в Москву, и Льва Толстого очень тяготила вот эта обстановка, атмосфера большого города, и он стремился вот ближе к природе, ближе к земле. Отец Роман, с вас начнем. Ну да, добрый день еще раз все телезрители, радиослушатели. Мы сегодня собрались по очень такому интересному для тверской культуры поводу. Действительно, в 1881 году, такой переломный год для России, это год убийства императора Александра II. Именно в этот год, 140 лет назад, Лев Николаевич Толстой посетил Тверскую губернию. И Тверской край может, ну, в какой-то степени гордиться, то, что он оказался связан с именем такого великого русского писателя. По своей натуре Лев Николаевич Толстой был действительно, особенно во второй половине части своей жизни, домоседом. Он очень любил Ясную Поляну, для него Ясная Поляна была таким, ну, райским местом, и он очень не любил ее покидать. Лев Николаевич Толстой любил действительно природу, он любил такой русские просторы, а городская жизнь для него даже чисто физиологически, так психологически была просто абсолютно неприемлема. Вот сразу, если Роман вас перебью, мне сразу вспоминается почему-то Анна Каренина, вот, да, альтер-эго у него же был Константин Левин, да, а относительно того, вот, когда он описывал, это же жизнь на земле, и это да. можно воспринять эту жизнь, непосредственно читая романы Льва Николаевича. Ну, безусловно, но переезд в Москву Льва Николаевича был вынужденный. Дело в том, что подросли дети, их надо было отдавать учиться в хорошие учебные заведения, а это был, конечно, там самый близкий город, и крупный город, и город культуры и науки, это Москва. И детей отдавали в московскую гимназию. И потом супруга Льва Николаевича Толстого, Софья Андреевна, она вообще выросла в городе, она выросла в Москве, очень любила городскую жизнь. И ей, наоборот, яснополянская жизнь, ее, наоборот, тяготила. Там не было светской жизни, не с кем было общаться, не было круга общения, как у нее было в Москве. И она очень настаивала на переезд в Москву. Ну и плюс необходимо было решать издательские разные вопросы, что это в Москве было удобнее сделать. И Лев Николаевич был просто вынужден купить в Хамовниках дом для своей семьи и перебраться в Москву. Хотя Москва ему очень не нравилась. Ему не нравилось вот психологическое состояние этого города. В это время у Льва Николаевича Толстого происходит такой духовный переворот. Он полностью меняет свое жизненное мировоззрение, отказывается от прежней жизни, даже от многих своих литературных произведений. У него происходит духовный переворот. Лев Николаевич обращается очень к религии, правда, по-своему. Но мы об этом еще поговорим. Да, чуть позже. И Москва для него был символ такого, вот, такой клоаки, где все люди обманывают друг друга, где богатые наживаются на бедных, не оказывают помощи, поддержки нищете, нищим братьям. Много богатых праздных людей, которые прожигают жизнь в ресторанах, кутят, театры. Все это Толстому очень не нравилось. Отец Роман, извините, опять такое ощущение,
ощущение, что отец Роман говорит о сегодняшней Москве. Вот у меня, да, знаете, вот такое сложилось. А помните, как в романе «Мастер и Маргарита» такая фраза была? Мессир, по-моему, с прошлого нашего посещения Москвы ничего не изменилось. Да, вот понимаете, вот вы рассказываете, и я просто-напросто, а что сейчас не так? Вот еще можно... Ну, сейчас я закончу эту фразу о том, что... Он закончит, Сергей, потом с вами. Ставочка есть. Да, и Лев Николаевич Толстой решил совершить такое, как бы, небольшое бегство из Москвы в такую провинцию, в Тверскую губернию, где, как оказалось, у него было очень много друзей. И вот именно эта поездка, она стала таким знаковым и не только в жизни Льва Николаевича Толстого, потому что мы об этом поговорим, что для него она сыграла очень такую позитивную роль в таком его психическом состоянии. Но и, я думаю, что для истории, культуры Тверской губернии, потому что приезд единственный раз на Тверскую землю такого великого писателя, хотя это был не первый приезд, то есть поскольку Тверь была между городом Санкт-Петербургом и Москвой. Ну, как и сейчас. Да, то есть Лев Николаевич, проезжая в Санкт-Петербург из Москвы, то есть он был в Торжке, то есть это понятно, это были все великие люди, которые останавливались в Торжке. И плюс еще есть один такой эпизод, его приглашали на охоту в Вышний Волочок, еще будучи в молодости. Но и он приехал на Вышний Волочок к одному помещику на охоту, и там даже целый эпизод произошел, который он потом вставил в одно из своих произведений. Но это так больше из жизни животных, там и животного мира. А нас как интересует вот Лев Толстой и жизнь людей Тверской земли. Сергей Владимирович, ваше дополнение интересные рассказы. Да, у меня только одна вставочка, касающаяся того, как относился зрелый Толстой к своему художественному творчеству. Однажды, когда кто-то похвалил, вот сказал, что как я восхищаюсь вот вашими художественными произведениями, и Толстой сказал на это так. Это, говорит, вроде того, как если бы Эдисона похвалили за то, что он в молодости хорошо мазурку танцевал. Да. То есть он настолько отделил себя вот от этого периода, да. И, конечно, то, что вот этот перелом его в значительной степени связан был с Тверской губернией, с его вот влиянием. Кто вообще мог повлиять на Толстого? Это же такая фигура. Так вот, оказывается, что именно Тверской человек повлиял... Тверской крестьянин, да. Да, Тверской крестьянин повлиял на Толстого больше, чем, я не знаю, там даже многие философы крупные, которыми он зачитывался там. Ну, вот, кстати, это много говорит о человеке, если он был способен измениться, да, вот как говорят, вот, что он подвижен и разумом был, и чувством, и прочим, да, ведь если человек не меняется, это уже о чем-то говорит. Ну, да, можно сказать так, что одним из главных художественных произведений Льва Николаевича Толстого была его собственная жизнь, которая читается как роман потрясающей силы, потрясающей глубины переживаний. Да. Причем это трагедия, которая не связана была с какими-то внешними обстоятельствами. Это все происходило в его внутреннем мире. Он был богатый человек, у него не было, так сказать, каких-то проблем особых. Да. Его все уважали, все боялись даже. Даже правительство его боялось и не очень рисковали, как говорится, с ним конфликтовать. А вот внутренний он пережил такой страшный перелом, который вот мы пытаемся сегодня осмыслить, да, уже вот в контексте, так скажем, вот нашего его пребывания в Тверском крае. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшую рекламу, буквально несколько секунд, не переключайтесь, 300-190, телефон прямого эфира. В эфире программа «Тема дня». Сегодня говорим о связи великого русского классика Льва Толстого с Тверской губернией. Очень интересные гости у нас сегодня. И такие вещи рассказывают интересные. Даже мало кто, возможно, о них знает. Итак, приезд Льва Николаевича Толстого в Тверскую губернию. 1881 год. Время какое было года? Конец сентября. Конец сентября. Значит, это была у нас Тверская губерния. Сейчас, если смотреть по районам, куда поехал это, и к кому? Это Новоторжский уезд Тверской губернии. Сейчас ныне Торжокский район. Торжокский район, но сейчас мы знаем, что это Новоторжский уезд был разделен на несколько районов, в том числе сейчас часть тех дворянских имений, которые посетил Лев Николаевич, это в Кувшиновском районе, это село Примухино. Примухино. Да, а так остальные места, это, конечно, Торжокский район. Я думаю, что Торжокский район может тоже так как-то по-хорошему гордиться,
что история этого района связана с именем Льва Николаевича Толстого. Возможно, там тоже выставку можно сделать. Как конечно, приезжают, туда же тысячи людей со всей России, да, приезжают. А почему нет? Вот сделать, что где-то там музей, мы планируем в августе сделать такую выставку именно в Торжке. Изумительно. Так, вот он приезжает. Лишь Вилину. Да, Лев Николаевич Толстой, ну, его дружба с Тверским краем началась в Севастополе, когда он участвовал во время Крымской войны в обороне этого города. И в Севастополе он познакомился с несколькими тверскими дворянами, и дружбу с которыми он пронес через всю свою жизнь. Это прежде всего Александр Бакунин, это родной брат знаменитого анархиста, основателя теории анархизма, революционера, такого общественного деятеля, философа Михаила Бакунина. Который был тверским дворянином и родился в селе Примухино. И вот его родной брат Александр Бакунин, который на момент Крымской войны был профессором юриспруденции, преподавал в Ришельевском лицее в городе Одессе. Из таких патриотических соображений вот пошел рядовым, поехал защищать Севастополь, был унтер-офицером Тобольского пехотного полка на 4-м бастионе, где он и встретился с Львом Николаевичем. Два молодых человека, видимо, были очень схожие по натуре, по образованию, по мировоззрению, очень подружились, и эту дружбу сохранили до конца жизни. Там же, в Севастополе, Александр Бакунин познакомил Льва Николаевича со своей сестрой, двоюродной со своей кузиной, знаменитой сестрой милосердия Екатериной Бакуниной. Восхищение трудами которой было настолько велико у Льва Николаевича Толстого, что он даже отобразил в своих знаменитых севастопольских рассказах вот образ Екатерины Михайловны Бакуниной как сестры милосердия. Вот, отец Роман, я вот хотела бы перебить, потому что вот вы сказали относительно того, что встретились два молодых человека. Вот, Сергей, вы знаете вообще, вот как-то вы изучали, я вас как специалиста спрашиваю, черты характера, что за человек был? Веселый, взрывной Лев Николаевич. Что о нем можно сказать в эту молодость? Мы видим, что он на войне на он в Севастополе, да? И он встречается. Вот как он находил людей, как к нему тяга была? Ну, может быть, как-то вот общительный ли он был? Ну, что касается его... Представить Льва Николаевича Толстого довольно легко. Надо почитать его произведения, да, «Детство, отрочество, юность». Он был к себе, надо сказать, беспощаден. И, в общем, говорил не только о каких-то своих сильных сторонах. Кстати, об этом он, может быть, даже больше и молчал. Не из скромности, а, так скажем, из соображений художественности. Да? Вот. Это был, да, такой вот типичный молодой человек, увлеченный светской жизнью, увлеченный женщинами. Можно сказать, повес в чем-то, да? Да, 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 да. Ну, известны, так сказать, эпизоды, когда он, так сказать, говорил о том, что в любви он был неутомим в молодости, это уж, простите меня за такую деталь. Вот. Да, конечно, вот такое стремление вот брать от жизни, так сказать, все, максимум, было ему, конечно, конечно, свойство. Но это не было главным и единственным свойством его характера. Да, 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 но тем не менее, да, сторона, которая... Да. А когда он приехал в 81-й год, ему сколько лет-то было, когда он посетил Тверскую губернию? Ну, Лев Николаевич Толстой родился в 1828 году. 53 года. То есть, можно посчитать. Ну, еще не старый человек, да? Еще уже, такой, уже, но уже... поживший, сформировавшийся, и, скажем и так, и человек, да? Уже с мировым именем. Да, 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 да. Да. Да, а перелом в нем, вот этот духовный, о котором мы говорили, произошел. То есть, вообще говоря, в село Шевелино приехал другой человек все-таки. Не тот, который был в Севастополе. Подождите, а «Война и мир» уже была написана? Да, да. Да. Уже была? Да. А все вот романы, которые у нас вот перечисляются, да, вот кто, Анна, да? Анна Каренина была. Анна Каренина и «Воскресенье». Да, да. Да, воскресенье еще не было. Еще не было. Воскресенье потом. Да, да? Это духовный перелом. Да, 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 это после духовного перелома. Да, да, да. Ага. Да. То есть уже другой человек. Итак, с кем он встречается? Давайте продолжать. Ну, Лев Николаевич Толстой приезжает в 1881 году, в конце сентября месяца, в город Торжок. Он встретился с предводителем дворянства Новоторского уезда, таким Тимофеем Николаевичем Павлошей Швейковским. Пообщался с ним недолго. И на извозчике поехал в село Козицыно,
А из села Козицыно, где жила Екатерина Михайловна Бакунина, он отправился в село, соседнее село Шевелино, где жил знаменитый, ну вот как везде пишут, сектант. Ну, это был скорее такой народный самородок с таким народным пониманием Евангелия, Василий Кириллович Сутаев. Об этом человеке Льву Николаевичу Толстому рассказал такой известный писатель Пругавин, что в Тверской губернии, там в глуши, в одной деревеньке живет уникальная такая личность. Основал старцем, такой, да, такой старцем, такой основал на основе евангельской любви такую общину. Правда, он не признавал церковь, не признавал церковных обрядов, не ходил причащаться в храм. Проповедовал тоже, как же, как и Лев Николаевич Толстой, отказ полностью от всякого военной службы, от присяги государству. Считал себя таким свободным человеком. И это было очень близко мировоззрению Толстому в то время. И Лев Николаевич захотел с ним просто лично пообщаться, познакомиться. То есть вот он узнал о нем и так запомнил образ этого человека, да, что он захотел, тем более, что это все-таки... Но сейчас-то... от Твери до Москвы, конечно же, ближе несколько, но тем не менее, это путь-то не очень далекий, даже тогда на лошадях. Да, конечно. Ну, нет, Лев Николаевич Толстой приехал по железной дороге из Москвы, он высадился на станции Торжок, и как раз вот несколько встреч его произошло на Тверской земле. Вот запомнилось и остались воспоминания о том, как он встречался с Екатериной Михайловной Бакуниной. Наверняка они вспоминали оборону Севастополя. И вот Лев Николаевич, Бакунина была... старше Льва Николаевича там, на 20 лет. И к моменту его приезда это был все-таки уже пожилой человек, но он вдруг увидел, что в Примухино, в Козицыно действует больница, она ухаживает за больными крестьянами, она построила школу, она преподает в этой школе. И он, удивившись, спрашивает ее: Екатерина Михайловна, вот ну, все-таки у вас возраст уже такой преклонный, вы прошли две войны, на тот момент Екатерина Михайловна Бакунина уже прошла две войны. Не хотелось бы вам вот отдохнуть от этих трудов? И Екатерина Михайловна ему сказала: знаете, Лев Николаевич, а вот ну, если я не буду этим заниматься, то просто не больными крестьянами, не детьми крестьянскими никто заниматься никто не будет. Некому будет заниматься? Некому будет заниматься. И поэтому ну, это мой крест. Еще там с Екатериной Михайловной Бакуниной связана такая интересная история. Так, в Козицыно живет такое предание. Оно основано на том, что, вот, знаете, вообще Лев Николаевич Толстой в это время это был такой... Ну, можно употребить такое слово «гуру». То есть это был человек, который ну, уже был человек с мировым именем. Это был один из крупнейших писателей России, потому что если сейчас спросите, каких вы знаете писателей второй половины XIX века, станут называть там и Тургенева, и Толстого, и Достоевского. Но самым читаемым писателем, и самым популярным писателем, и самым дорогим писателем был Лев Николаевич Толстой. Это вы знаете, когда нас учили в школе, у нас учитель по литературе, по русскому языку, она говорила, она любила так говорить: вот если бы он не написал ничего, кроме, вот, допустим, как Есенина, про белую березу, он, ему и не надо было писать, он же уже был на пьедестале. Как вот если бы он не писал и остановился, он уже был на пьедестале, да? Да. И, Лев Николаевич к этому моменту был такой личностью, который умел подчинять себе людей. То есть в него влюблялись буквально все люди, кто с ним общался. То есть это был человек, настолько сильная личность, что всякий, кто с ним общался, попадал под обаяние. И вот именно под обаяние, под то, что я вот учитель, я такой крутой, да, а вы тут никто, да, вокруг Кстати, меня. Кстати, Лев Николаевич очень не любил своих последователей, толстовцев, потому что он считал, что они не понимают его учения, то есть они его заформализировали, канонизировали, и он вообще сторонился с ними общаться. И вот он приезжает на Тверскую землю, и он общается с теми людьми, вот самый, что удивительный факт, что которые от него ничего не взяли. То есть это были настолько самодостаточные люди, и Екатерина Михайловна Бакунина, и Василий Кириллович Сутаев, и Александр Бакунин. То есть для них Толстой был просто вот такой вот человек, такой друг. И, может быть, интересный собеседник. Интересный собеседник. То есть это были тоже люди настолько интеллектуально развитые, образованные, настолько философски самодостаточные личности, что им Толстой был не нужен как гуру, как учитель, да? Ну, может, как собеседник. Ну, да, собеседник. Может быть, даже потому он и поехал, что с этими людьми было общаться на равных. Может быть, поэтому не абы кому ты едешь, ты общаться-то можешь где угодно. И вот, как знаете, сказал один там писатель, исследователь жизни Толстого, что когда Толстой приехал к этому народному мыслителю Сютаеву, то Лев Николаевич Толстой очень много взял у него, а Сютаев ничего не взял. Да, вообще надо сказать, что они, как ни странно, были довольно похожи.
по характеру. Вот это внутренняя независимость. А я что-то даже как-то внешне вот открываю буклет, который вот отец Роман принес. Угу. Вот они вот здесь вот такие. Даже внешне, мне кажется, вот они. Ну, как их увидел? Да. Это рисунок или фотография? Это картина, которая создана для выставки. А вот сейчас вот, может быть, нам приблизят вот вверху. Вот они вот сидят вдвоем. Два мыслителя, да. Да, два мыслителя. Надо же, вот похоже. Да. Похоже. Да, и продолжайте, Ага Сергей. Да, кстати говоря, Сютаев ведь произвел сильный впечатление не только на Льва Николаевича Толстого. Да, известно, в каком восторге от него был Лесков Николай, и он написал о нем очерк. Известно, что я, Ефим Черепин, когда увидел его вот там у Толстого, тут же пожелал, так сказать, сделать портрет, да, и сделал его, и это известное довольно произведение, которое называется «Сектант», ну, так условно, конечно. И это действительно была личность очень самостоятельный, и это было... Вот у него было общее с Толстым абсолютная внутренняя свобода, независимость от внешних условий. Вот он делал так, как считал нужным, независимо от того, как смотрело большинство на это. И очень часто оказывалось, что это большинство, глядя вот на этого необыкновенного человека, который выступал не как все, становились рядом с ним. Вот Сютаев, ведь крестьяне его деревни, многие ему сочувствовали. Сочувствовали в том числе и таким, в общем-то, вещам, которые, ну, вроде бы никак не должны были совпадать вот с менталитетом, так скажем, русского крестьянина. Ну, что отец, да, Роман сказал о нем, да его взглядах и воззрениях. Да, он отказывался крестить своего внука. Сын его, опять по наущению отца, отказывался принять присягу и взять в руки оружие, да, и так далее. И вот, вот этот дух сопротивления, бунтарский дух, он оказывается природен для русского человека, и для графа Толстого, и для крестьянина Сютаева. И вот такие вот самородки удивительные, да, они рождаются не только вот в графских, княжеских поместьях, но и вот в таких вот глухих тверских селах. Что-то похоже на этого человека, кто-то похожий, был в других, может быть, хотела сейчас сказать, регионах нашей страны, в других губерниях России, матушки. Ну, я думаю, что были, конечно. Но именно об этом человеке слава пошла, да, если она дошла до Льва Николаевича, да? Нет, ну то, что Толстой встречался вообще с сотнями людей, которые к нему приходили и высказывали ему свои взгляды, там, и много очень людей из-за границы приезжало в Ясную Поляну и так далее. Но лично он отзывался и говорил именно о Сютаеве, и вспоминал именно его, как человека, который оказал на него большое воздействие. Вот отец Роман уже говорил об этом, это удивительно. Образ Сютаева где-то нашел свое отражение в творчестве Льва Николаевича? Так его творчество-то после этого, ну, если только «Воскресенье». «Воскресенье», может быть, «Воскресенье» там кого-нибудь можно будет отыскать, если вот так вот внимательно перечитать. Вот, кстати, уважаемые друзья, лишний повод перечитать роман, потому что все время вот как-то берешься, год-два проходит, вот я берусь, как будто я заново начинаю читать, все время как с чистого листа. Ну, вы знаете, мне кажется, что вот при всем нашем, так сказать, восторге перед тем, что вот испытал Лев Николаевич здесь, в Тверской губернии, надо сказать, что вообще-то влияние Сютаева не совсем было полезно для Льва Николаевича как для писателя и как для мыслителя. Потому что вот этот его жесткий конфликт с церковью усилился. Вот, кстати, вот еще через несколько минут мы буквально перейдем к этой теме, да, потому что у нас еще одна тема, относительно вот Сютаева. Давайте мы не подытожим ни в коем случае, обозначим, сколько по времени он был у нас в Тверской губернии. Это около недели. Около недели, вот ушло на все про все, да? Да. Но с Сютаевым он общался потом еще много раз, потому что уже Сютаев приезжал в Москву. Да, вот там Репин писал его портрет и так далее. Угу. Вот, то есть у них возникла вот такая вот связь внутренняя, которую уже нельзя было порвать просто так. Это не была только встреча и все. Они оказались в этой связке надолго. А, кстати, о Сютаеве еще можно где-то посмотреть? Можно. В каких-то вот архивах музейных? Нет, дело в том, что был такой писатель Александр Пругравин, через который Лев Николаевич Толстой и узнал об Сютаеве. Он написал о нем книгу. Эта книга, она была издана даже до революции. У меня есть даже такое издание. И она доступна в интернете. Он полностью описал, сам Пругравин поехал в гости к Сютаеву и описал все, что он видел, все разговоры с
с Сютаевым, его мировоззрение, его жизнь. То есть она достаточно хорошо известна. Кстати, когда вот он беседовал, Лев Николаевич, с людьми, он что-то брал на карандаш? Или у него все, вот как мы с вами сидим, да, вот общаемся, или он все впитывал как губка и ничего, а вот какой-то факт, вот такой сразу, как многие ходят, да, у них такой блокнотик записать. Не знаете таких деталей? Дело в том, что Лев Николаевич Толстой, вот чем Тверская земля может тоже гордиться, связью с великим писателем, тверских дворян, с которыми он дружил, он написал в своих знаменитых произведениях. Вот я уже говорил, что Екатерина Михайловна Бакунина написана в севастопольских рассказах, а еще один сотоварищ по обороне Севастополя, такой знаменитый Петр Кононович Меньков, уроженец города Кашина, который был полковником генерального штаба, а его образ отображен в «Войне и мире» в качестве одного из адъютантов Кутузова, Несвицкого. То есть достаточно очень подробный, очень такой яркий образ. Вот, то есть два тверских персонажа, они вошли в знаменитое произведение Льва Николаевича. «Война и мир». Вы были очевидцем, но не то, как писался этот роман, да? Да. А другого события. Да. Ну, действительно, такой интересный был эпизод в моей жизни. Я в том году, в 65-м году, закончил школу, поступил только в Московский университет, и мы поехали на рыбалку вверх по Волге, и вдруг, значит, увидели такую удивительную картину, значит, там этот мост плавной, и по нему идут, значит, солдаты, простите меня, в белых кальсонах. Я так поразился, я не понял, что это такое. А когда мы подъехали поближе, увидели, что это солдаты идут в форме вот 12-го года. И мы попали на съемки, ни много ни мало, как на съемки знаменитого фильма Бондарчука «Война и мир». Это было, конечно, потрясающее совершенно событие. Мы увидели вот это огромное поле, которое, вот, видимо, и стало, ну, если не Бородинским полем, то, в общем, что-то вроде этого. Увидели избу, увидели актеров, которые там играют. Это было совершенно такое потрясающее впечатление в нашей жизни. И вот мне хотелось бы вспомнить, конечно, про этот фильм, не только потому, что он частично снимался в нашей Тверской области, но и потому, как его смотрели в те времена, какие были огромные очереди в кинотеатры, когда была премьера, уже чуть позже, да, и какое вообще это было вот для всех воодушевление. Вот, и кто бы тогда сказал, что Льва Толстого нужно исключить из школьной программы? О, об этом, да. Давайте о грустном чуточку попозже. Я хотела спросить, ваша лодка с рыбаками, с тверскими, да, с детьми, не попала никуда там, ну хотя бы краешек можно было говорить, а вот это вот мы на рыбалке. Нет, по счастью, нет, мы не испортили ни одного кадра, но впечатлились на всю жизнь. Это, конечно, событие, которое запоминает. Конечно. Кстати говоря, почему-то вот о том, что фильм снимался, я в Википедии не нашел. Что Тверская земля была причастна, да? Да, причастна, да. Хотя а это был какой район? Да, я думаю, что это был Калининский район. Калининский район, да, то есть недалеко, да, от областного центра? Это было недалеко, да. Но мы тут вот вверх по Волге проплыли, но я думаю, что мы до Сталинского района не доплыли еще. Вот, недалеко. Это вообще интересно, сколько много интересного. Вот сейчас давайте перейдем вот именно, вернемся к встрече, к судьбоносной встрече, опять же, на Тверской земле, потому что дата в этом году не только 140 лет, как Лев Николаевич приехал на Тверскую землю, но и 120 лет его разрыва окончательного с Русской Православной Церковью. Давайте все-таки скажем, что это было, уважаемые друзья. Ну вот, тут трудно... Тем более, вот знаете, да. Сергей, я говорю, вот у нас за нашим круглым столом священник, да, и тут же мы говорим о разрыве. Да. Интересно было бы ваше мнение, отец Роман. Ну вот, в 1901 году Синод Русской Православной Церкви вынес свое суждение о тех сочинениях, религиозных сочинениях, которые стали широко распространяться в России, которые писал Лев Николаевич Толстой после своего духовного переворота. И вот мы сейчас знаем Льва Николаевича Толстого как великого русского писателя, а во второй половине XIX века, особенно ближе к концу XIX века, начало XX века, Лев Николаевич Толстой был такой, как бы, такой фигурой, был религиозным мыслителем. И его религиозные труды читали больше, чем его художественные произведения. То есть это «В чем моя вера», «Исповедь», то есть его переписки на духовные темы со своими коллегами, его спор с духовенством,
духовенством, спор с Иоанном Кронштадтским, спор с Синодом. То есть это читалось гораздо больше. Потому что ну, предреволюционная Россия, вот она настолько бурлила, что вот эта тема была очень важная. И дело в том, что учение Толстого, именно вот в эти, изложенные в его таких религиозно-философских произведениях, стало проникать не только в народные массы, не только в среду интеллигенции, но им стали увлекаться очень сильно духовенство. И поэтому Синод вынужден был вынести такое суждение, очень долго совещались, были мнения отлучить Толстого, предать его анафеме, такие крайние меры. Но Синод нашел очень такое грамотное, такое среднее решение, что он просто вынес свое суждение о его произведениях, не о Льве Николаевиче Толстом. Не о личности, да, человека, а именно о его произведениях, о том, что они не соответствуют православному учению и поэтому не могут считаться христианскими, православными учениями. И Лев Николаевич Толстой, как писатель этих произведений, не является православным христианином. И заканчивается это акт Синода, это не отлучение Толстого от церкви. Вот, я только хотел, то, что говорят, что это было отлучение, это неверная трактовка, абсолютно. Вот мы сегодня говорим, да, может быть, мы тоже совершаем какую-то революцию в мозгах человеческих. Не было никакого отлучения, просто было вынесено суждение, и это определение Синода заканчивалось замечательной такой фразой, что мы молимся о том, о вразумлении Льва Николаевича Толстого. То есть церковь молится о Льве Николаевиче Толстом, но другое дело, что в обществе это было воспринято как отлучение, то есть, и даже сам Лев Николаевич Толстой, когда ему сказали, что Синод вынес определение, он сказал, что отлучили. Он ожидал. Сергей, ваше здесь суждение на этот счет? Вот, вы знаете, есть еще один очень интересный эпизод, и тоже связанный вот и с религиозными воззрениями Толстого, и с его влиянием, в том числе и на священников, связанный с Тверской губернией конкретно. Значит, дело в том, что вот в нашей губернии родился такой очень известный человек, мученик, признанный церковью, святой, Михаил Александрович Новоселов, который был как раз выходцем из такого священнического рода, и его дед, его прадед были священниками. Так вот, интересно, да, и мать его была тоже из священнического рода. Так вот, интересно, что вот эти люди, священники, они вообще придерживались очень таких либеральных взглядов и сочувствовали учению Льва Николаевича Толстого, что и подвигло молодого юношу, вот Мишу Новоселова, так сказать, стать толстовцем. Правда, это было уже чуть позже, к этому времени его отец переехал, значит, в Тулу, где он был директором гимназии. И вот там как раз и Миша Новоселов, еще будучи юношей, познакомился с Толстым, вот, находился под его сильнейшим влиянием. И, что интересно, значит, впоследствии он основал первую толстовскую общину, опять же, в Тверской губернии, в Вышневолодском уезде. Как все переплетено-то. Да, потом, в селе Дугино. Да. Вот. И вот тут тоже опять такая интересная эволюция уже произошла в сознании, значит, самого, видимо, Михаила Александровича, который, ну, будучи, видимо, тоже человеком очень такого самостоятельного своего собственного мышления, который уже, будучи зрелым человеком, попытался обратить Толстого как бы обратно к христианству. И вот вступил с ним в переписку, ну, у них они были действительно очень хорошо близко знакомы, и пытался вот убедить его в его, так сказать, неправоте в отношении к христианству. Да. Это, конечно, было таким очень незаурядным явлением. Так вот, значит, есть такой эпизод в житии мученика Михаила Новоселова, да, вот, который носит такой, ну, я бы сказал, прямо-таки обличительный характер. Уж простите, но я его приведу.
Вот это вот книга архимандрита Дамаскина. И вот здесь приводится такой эпизод. Однажды, значит, в 80-х годах Михаил Александрович сидел с Толстым и перебирали великих основателей религии. Обычно толстовское поминание. Там Будда, Лао-цзы, Конфуций там, и так далее. Вот. И вот возник такой у них как бы вопрос. А вот с кем из них вот, интересно было бы встретиться и поговорить? Да? Толстой был очень начитан был во всех восточных религиях и так далее. И первым, естественно, назвали Христа. Вот. И Новоселов спросил его тогда, а Христа разве вы не желали бы увидеть? Лев Николаевич отвечал резко и твердо, ну уж нет. Признаюсь, не желал бы с ним встретиться, пренеприятный был господин. Ну, это цитаты из цитаты, поэтому могут быть какие-то неточности, но смысл был понятен. То есть, на самом деле, не церковь отказалась от Толстого, а Толстой сам как бы поставил себя вот, как бы отдельно от нее. Он отошел, а не его изгнали. Да, ну вот 120 лет, недаром говорит, со времени окончательного разрыва Толстого русской православной церкви. Да, но дело в том, что ведь Лев Николаевич, он еще и очень по-своему трактовал и само христианство, и саму церковь. И Евангелие, да. И Евангелие, да. Да, и, кстати говоря, основным пунктом его трактовки было приравнение христианства к непротивлению злу. И опять же многие говорят о том, что вот это понимание пришло к нему окончательно именно после встречи с Сютаевым. То есть опять это вот Тверской корень. Да, хотя уже и к этому времени, еще до встречи, вот об этом отец Роман говорил, он уже предавался, так сказать, опрощению, говорил о необходимости земледельческого труда и так далее. Вот. А после этого вот, уже пошло полное отрицание всех ритуалов, всей мистики христианской. Вот, и это тоже было влияние Сютаева, потому что Сютаев тоже все эти ритуалы отрицал. Отказ от государственных институтов, то есть ни армия, ни полиция, ни труд. Ну вот так, так мы заговорили, что даже упал стакан, так интересно. Все отрицалось. Вот, и конечно... Вот и последователи Толстого, вот такие вот, как Михаил Александрович, увидев эти крайности, так сказать, почувствовали эту духовную опасность и стали отодвигаться от Толстого. Уважаемые друзья, так интересно, безумно, у нас время к концу подходит. Давайте мы скажем, где можно, потому что я думаю, что многих заинтересовали сегодняшней информацией, куда можно приехать и где посмотреть эту выставку. Вот, кстати, выставочный проект «Толстой и Тверской край», вот, уважаемые друзья, из чего состоит экспозиция, давайте скажем, это фотографии, это картины, и что можно, вот все, что вы рассказали, можно там узнать, да? Да, это выставка создана вот фондом Екатерины Бакуниной при поддержке правительства Тверской области, при поддержке отдела культуры Тверской епархии и Тверского государственного объединенного музея. Выставка представляет из себя цикл портретов тех людей, с которыми общался Лев Николаевич Толстой, имеется в виду тверские люди, уроженцы Тверской губернии. Это картины, специально написанные заслуженным художником России, живущим в Твери, Николаем Чувахиным. Это сюжетные картины о приезде Льва Николаевича Толстого на Тверскую землю. И это огромное количество фотодокументов, фотоматериалов, которые имеют отношение к теме выставки «Лев Толстой. Тверской край». Выставка открылась в Кемеровском краеведческом музее. Она будет проходить там более месяца, а потом планируется, что она пройдет и по многим филиалам Тверского государственного объединенного музея. То есть, вот как мы говорили, и доберется и до Торжка, до Торжка, куда приезжал. А в Твери будет, возможно? Вот, возможно, будет и в Твери. Вообще, этот проект получился настолько интересным, что нам даже хочется снять небольшой видеофильм, видим сюжет о приезде Льва Николаевича Толстого на Тверскую землю. И вообще, мне даже так видится, что если бы нашлось бы какое-то помещение, то даже можно было бы сделать такой музей «Лев Толстой на Тверской земле». Если отец Роман задумался, сделано будет. Это я просто знаю этого человека давным-давно, просто будет сделано, уважаемые друзья.
не сомневайтесь. Сергей, я что хотела сказать. Вот говорили, что вот кто как вот вносили некоторые как флаг, да, толстовское движение образовалось. У нас в школе учили, что Лев Толстой, цитата была о нем известная, это зеркало русской революции. То есть каждый на себя, да, старался одеяло, что называется. А как сейчас-то? Вот вы как преподаватель, я вас спрашиваю. Вот Толстой, Лев Николаевич, вот я слушаю с замиранием сердца о том, что вы рассказываете. А сейчас-то молодежь учится на его произведениях, на его жизни. Ведь есть чему поучиться-то. Конечно, есть. И вообще, вот даже те ленинские статьи, на которых нас воспитали, они ведь, в общем, свидетельствуют о том, что Лев Николаевич оказал действительно колоссальное влияние на умы людей и действительно был, так скажем, творцом истории, а не только литературы. А что касается нашего нынешнего поколения, ну, дорогие мои, но если весь мир читает Толстого и Достоевского, если вообще все представление о России сводится вот именно к тому, что это родина вот такого писателя, как Лев Толстой, мы должны помнить о том, что мы вообще говоря в этой стране живем, и что эта страна, как бы худо о ней ни говорили, создала великую культуру, которая, так сказать, которую потрясается весь мир. И основа этой культуры – это именно русская литература, это русская словесность. Мы классическая литература, центричная страна, культура. И Льва Николаевича со всеми его кричащими противоречиями, как писал Владимир Ильич Ленин, не познать нельзя, потому что в нем отразились мы сами. Вот ты хочешь понять себя – да, современный молодой человек, вот читай Толстого, и ты увидишь там, вот, и увидишь в самом себе эти противоречия. Кстати, сейчас читают дети, вот, есть в школьной программе Лев Николаевич или вузовской для будущих филологов? Ну, Лев и собачку читают, конечно. А Лев и собачка, да, тоже? В детском саду, да. Вот, ну, вы знаете... Не всегда... «Война и мир», вот когда нам задавали, по-моему, после 9 класса, есть в программе или уже это не обязательное чтение? Ну, вы знаете, дело ведь не в программе. Я, когда сам был учителем, я 9 лет отработал в школе, я говорил ребятам, не хотите читать, не читайте. Но если вы не будете читать Льва Толстого, вы будете хуже. Вы никогда не сможете назвать себя просто интеллигентным, образованным человеком. Потому что не читавший Толстого... Это не русский человек, это не образованный человек. Можно прочитать там 1000 книг по компьютерной технике, можно, так сказать, владеть всеми этими самыми технологиями информационными, но если ты не читал Толстого, ты не образованный, ты темный человек. Вы ты говорите, мне прям слезы навернулись. Да. Я могу это слушать. Вы, кстати, говорили, что есть такие идеи, чтобы, наверное, принизить нас вообще, как нацию, удалить с лица земли, вообще исключить. Ну, конечно. Классику из программы школьной. Да. Учителя. Представьте, учителя сегодня призывают некоторые, значит, к тому, чтобы убрать классику. Дескать, детям это трудно, им это неинтересно там, и так далее. Но дело в том, что если давать только то, что интересно, то, что не требует труда, это просто убьет в людях по-настоящему любознательность. Вот интересный еще один момент. Я часто спрашивал, и студентов спрашивают, вот как вы думаете, почему «Война и мир» начинается с французского текста? И почему она такая нудная, вот эта вот сцена? Вот. А там все очень просто. Все очень просто. Лев Николаевич Толстой стоит некий барьер между собой и читателем. Ленивый умом читатель ему не интересен. Он не хочет писать для людей ленивых. Он пишет для людей, у которых есть вот, какое-то стремление к познанию жизни, себя и так далее. Ему не интересен такой читатель. Значит, если ты хочешь, так сказать, вырасти как-то, вот как личность, да, то без Толстого у тебя ничего не получится. Пусть даже не в школьные годы, но прививается это со школьных лет. А потому что это роман для взрослого человека, возможно, когда понять стоит, как, ну, в сущности, как и Достоевский. Ну, понимаете, и если понимать вот эту школьную программу, такое обязательно вдалбливание, то лучше убрать, конечно, из программы.
Вот, но, тут уже от личности учителя зависит много. Да, потому что я и такое слышал, что как я там ненавижу Гоголя, потому что вот его надо проходить. О Толстом как-то такого не говорят, но вот и о Пушкине. Но, в общем, действительно такая тенденция есть. Поэтому, конечно, надо Толстой для внутреннего, для самого человека важен, а не для образованности внешней. Уважаемые друзья, программа подходит к концу. Вот как раз вы вот уже, вот ваш совет, вот вы так говорите, что я думаю, что многие возьмутся. Ну, пожалуйста, возьмитесь, перечитайте. Пусть даже не сразу свои «Наимиры», просто перечитайте, интересно. Отец Роман, ваше пожелание. «Холстомера» перечитайте. Да, перечитайте. Действительно, пожелать читать Толстого внимательно, именно читать, потому что посмотреть фильм, это совсем можно не познать Толстого. Вот я вот приведу такой пример из «Войны и мира». Я думаю, что если бы Лев Николаевич Толстой посмотрел фильм Бондарчука «Война и мир», он бы ему очень не понравился. Там есть, например, такой пример приведу. Есть такой эпизод, где Андрей Болконский на поле Аустерлица идет в атаку, и падает знаменосец, и тогда адъютант Кутузова-Болконский подхватывает знамя и идет в атаку, и за ним бегут уже солдаты, он их поднимает в атаку. И кончается эпизод тем, что у Бондарчука, тем, что ранят Болконского, он падает, лежит, развивается флаг. Как бы такой герой такой, герой такой. А у Льва-то Николаевича Толстого совсем другой смысл был. Болконский взял флаг не потому, что надо было совершить подвиг и поднять батарею, а ему хотелось заработать орден. Ему хотелось показать, какой он дворянин, какое у него понятие дворянской чести, что все потом будут говорить, что Болконский шел с флагом. И приходит, когда он падает раненый, он вдруг понимает, что вот это все тщеславие, гордыня, это все пустое по сравнению с жизнью, что он жил, Болконский зря прожил жизнь. И начинается духовный переворот Болконского. Уважаемые друзья, спасибо огромное. Спасибо. Давайте читать и перечитывать. И не надо, ни в коем случае не надо убирать Льва Николаевича Толстого из школьной программы. Спасибо огромное. Спасибо. Посмотрим, с удовольствием будет возможность. Посмотрите выставку «Кимры», а потом по городам и весям Тверской губернии. До свидания. До свидания. Будьте здоровы. Спасибо.